Еще один букет на вот таком изумительном. Посмотрите, какой красивый, потрясающий осенний каркас. У меня был вот такой красивый ковыль. И я решила его добавить. И чтобы нам завязать пространство нашего каркаса с внутренними цветами, и чтобы вообще интереснее было, я сделала вот такие красивые гирлянды. На сегодняшний день это у меня любимое. Все, на выставку. Пойдем, хорошие.